Ну что ж, товарищи, с Новым годом! Надеюсь, что год у вас прошел хорошо. Сейчас будем распаковывать, как я уже обещал, в субботу, Леопард 2.6. Огромный, в 1.16 масштаб. Давайте приступим, как сказать. Сейчас я возьму ножницы и будем мы его открывать. Ну а дальше посмотрим, что там, как, что он вообще из себя здесь представляет. Очень нежно, ну, посмотрим. Вот он в пенопласт завернут. Кстати, очень умно сделали, чтобы он не поломался. Вот он в пенопласт там завернут. Сейчас еще с другой стороны повешу. Скотч. Вон он. Очень умно завернули. Стороны вообще есть. А, между ними. Все, я, кажется, понял. И момент истины. Раз, два, три. Вот это да. Вот он. Огромный Леопард 2.6. Тяжелый. Как не знаю что. Вот это капец. Корпус металлизированный. Очень детально проработали щитки. Я просто в шоке. Вот это капец. Ну что ж, товарищи, что сказать. Я очень доволен. То, что я... Прямо скажем, если грубо говорить, если грубо не говорить в шоке, то это ничего не сказать. Такого я точно не ожидал. Теперь осталось сохранить его от Тимура, от моего младшего брата. На что он оставит от него руки да ноги. Вот так. С Новым годом! И давайте в следующем году мы постараемся набрать все 300 подписчиков.